Всем привет! Искусство оригами, кроме всего прочего, очень хорошо подходит для декорации праздничных столов. И сегодня я хочу вам подсказать именно такой вариант, который подходит для очень больших праздников, где людей рассаживают за столы по именам. И вот если сложить салфетки так, как я, например, в виде бабочки, и добавить прищепку, то именно на эту прищепку вы потом можете легко прицепить табличку с именем, и человеку будет легко найти, где он должен сидеть. Салфетка у меня самая обычная. Прищепка тоже обычно бельевая, но я ее еще украсила декоративным скотчем, подходящим по нашей сегодняшней теме. А баночка мне нужна просто как груз. Она потом, в общем, в нужный момент мне нужно будет придавить. Вместо нее можно было взять любой другой тяжелый предмет, более-менее тяжелый. Вот сначала концы салфетки, точнее стороны салфетки, у меня встречаются вот тут в середине, на среднем вертикальном шве. Теперь отворачиваем уголки. Этот диагональный сгиб, он проходит именно от одного угла до другого угла. Теперь идем по горизонтали гармошкой вверх. Ну а теперь остается только закрепить прищепкой. Я надеюсь, что вам понравился мой урок. Не забывайте оставлять большой палец вверх, оставляйте ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите меня почаще, я буду рада вас здесь видеть. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!